У тебя есть целых 3 секунды для того, чтобы нажать лайк. 1, 2, 3. И если ты успел, пиши в комментариях, чтобы получить от меня заветный лайк под коммент. Фишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Fit&Grow Fish, и в данный момент как раз таки увидите то, что я играю за пираньку. Я сразу же попробую напасть вот на эту рыбку, я не знаю, пиранья сможет ли справиться с ней. О, она здоровенная, блин, по сравнению со мной, это с маленькой пиранькой. Так, а вот мои собратья пираньки, налетаем, вот они, все трое. Не, они здоровые, ребят, они сильные, я просто попробовать, все, не ешьте меня. Окей, понял вас, понял. Надо хотя бы немножко вырасти, хотя бы 3-4 уровень для того, чтобы на них напасть. Иначе они вас просто сожрут и даже не поморщатся. Иди сюда, креветка. Блин, да вообще, я уж думаю, нифига себе, я настолько маленький, что креветочку маленькую не могу съесть. Нет, все нормально, живы-здоровы. Так, ну окей, заедаем. Соленая вода есть. Я не знаю, это речная же. Может быть, даже хотя пресная или... I don't know, что-то меня унесло не туда. Ну, в общем, да, давай-ка попробуем свалить отсюда! Офигеть! Там хищники на меня чуть не напали. Ну, там рыбы такие, конечно, неприятные. Вот эти вроде приятные. Масенькие такие. На первом уровне, опять-таки, я пытаюсь на них напасть. Стоит ли это того? Интересный, конечно, вопрос. По-моему, нужно есть сначала хотя бы вот такую вот планктон и все остальное, каких-то креветочек, малявочек. Ты куда полетел? Видишь, здесь, видимо, течение, это течение краски нас ведет именно туда. Ой-ой-ой, там какие-то камушки какие-то летают. Дайте мне выйти из этого течения-то. Офигеть, все ведет меня и ведет, ведет и ведет. Сейчас, как раз-таки, по сравнению с прошлой игрой, ребят, я вижу то, что есть рыбы. Я максимальное количество этих рыб вижу. Когда мы играли за рака, рыб вообще не было. Ну, вообще не было, ну, вы помните сами. Я не знаю, что с ними стало, может быть, они все вымерли, когда мы играли за рака. Но в любом случае, сейчас рыбы хотя бы присутствуют, хотя бы мы понимаем то, что они существуют. Но может быть, это определенная локация, конечно, здесь. То есть, все зависело именно от той локации, в которой ты находишься. Но сейчас я вижу, ребят, сейчас я вижу то, что есть рыбы, есть на кого поохотиться. Давайте, наверное, сразу пойдем к месту, где у нас есть вот этот вот спуск к водопаду. Хотя здесь пираньки есть. Помогайте, пиранки, помогайте. Спасайте мою задницу. Ну, вижу рыбок этих, но они, блин, здоровые. Они меня сами сожрут, если захотят. В принципе, я вроде бы хищная рыбка. Но видишь, одна пиранька, конечно, очень тяжело ей выживать под такой вот таких условиях. А вот наоборот было бы. Много пираньек вместе со мной, которые тоже, как Бибас, если вы помните. Да отстаньте от меня, отстаньте. Помогите кто-нибудь. Против течения, ребят. Против течения иду. Все, меня убили. Ну, меня сейчас съедят, ребят, готовьтесь. Готовьтесь к этому моменту. Я почему-то почти уверен, что это произойдет. Мне течение еще несет. Давайте попробуем выбраться отсюда. Опа. Выбираемся. Мне нужно что-нибудь съесть. Выбирайся быстрее. У меня нету скорости. Просто можно отдыхать. Я, ребят, не держу ни мышку, ни клавиатуру. Меня просто несет. Максимально. Вот как раз таки водопад. Ну ладно, мы пришли, но у меня нет жизни. Меня сейчас в любой момент могут съесть. Скорее всего, даже не в любой момент меня могут съесть, а точно съедят сейчас. Ой. Эй, что происходит? Все нормально. Вроде бы вылетели. Полетели. И за мной полетела рыба. Ясно, меня убили. Ну пошло ты в жопу. Ты какой как гад-то, а, попался. Какой гад попался, однако. Ждал, пока я, наверное, выпрыгнул с этим водопадом и полетел прям за мной. Но этого я не съем опять. То есть у него гораздо больше урона, чем у меня. Да, у него больше урона. Но хватит ли мне? Нет, не хватило. Могло хватить. А видишь, пираньи, мои друзья, пришли в тот момент, когда меня уже убили. Вот всегда так, где? Всегда так друзья делают, видимо. Помогаю. Давай, фигачьте эту гадину. Гадину эту фигачьте. Съели! Это мое! Мой кусок мяса. Кушаю. Она так прикольно поедает. И эту съели. Так, кусочек съели. Так, еще одна.
Фигачим, фигачим, ребят, вместе, вместе, вместе. Тут кто-то кусает. Показалось? Видимо, показалось. Помогаем, помогаем сразу. Этот кусочек я съем. Мое место оставьте. Хотя бы немножко. Так, эту пиранью мы вверх толкаем, потому что там мясо из нее сейчас вылупится. Отлично, ребята. Вот это, я понимаю, командная работа. Молодцы, молодцы, все молодцы. Я уже третий уровень вместе с вами набрал. Вы вообще классные. Ходить бы с вами все время, только вы видите, никак не идете за мной. Ну вот никак, ну вот никак не хотят со мной идти. Я не знаю, что дает вот эта вот штука. Ну может, в принципе, так налететь. Какой же маленький у меня урон, однако. Ну да, так я не выиграю. Один я не выиграю, блин. Эй, чуваки, а вы что не помогаете? А что это вы не помогаете-то мне? Придется с вами, получается, как-то коллаборироваться, что ли? Куда вы? Со мной не хотят они нападать, видишь? Как так работает? Вон рыбешка какая-то. Ну нападите вы на нее, дайте ей показать, где раки зимуют. Она, видишь, не сама не атакует. Но она меня атакует. Фух, я живой. Блин, мало жизни, ребят. Я рискую. Я не пойду на нее. Пускай мои братаны атакуют. Вообще супер опасно все. Один кусочек съел, но вот эта рыбешка тоже здесь. Давайте, ребят. Будем ее атаковать. У меня мало жизней. Давайте, ну что вы предпринимаете? Давайте, нападайте или нет? Вот это жопень! Валите отсюда, глупцы! Нифига себе, там рот как жопа! Блин, короче, там вообще засасывает все, что только на пути его стоит. Все засосет такой рот. Видели вот это? Поедатель миров просто. Поедатель миров, реально. Ну страшно. Это свой, фух. Тоже страшная рожа. Это такой же, как у меня, в принципе. Страшная же рожа, да? У всех этих рыб. Ну что, погнали, чуваки? Погнали, можем еще кого-нибудь съесть-то? Вон, рыбка какая-то. Ну со мной, смотри-ка, идут. Со мной. Это, наверное, меня проглотит. Я боюсь. Не в жопу. Главное, за мной только идет, заметь. Заметь, только за мной идет. Только за мной. Помогаем, помогаем, братья. Ясно. У меня скорости нет. ГГ. Проиграли. Братьям вообще насрать. Вы чё? Вот гады. И главное, гуляют все такие, типа, о, все нормально, нашего съели. Хорошо, теперь меньше ртов. Меньше чуваков кормить. Ну ладно, мы, в принципе, не заёмся с вами. Потому что мы сейчас будем прокачиваться. Давайте, до 10 уровня прокачались. Теперь мы имеем вроде бы больше шансов, но урона все еще мало. Ну смотри, какая скорость атаки, да? Урона мало, в принципе, пираньи так и действуют. Если вы и знали, они как раз таки нападают огромной оравой пираний, да? То есть они вместе огромной семьей налетают и по маленьким кусочкам грызут, 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 грызут. То есть очень немного урона у них. Видишь, мясо он уже нормально отрывает. То есть он, если немного урона было до этого, то сейчас, в принципе, нормально у него урона. И видишь, пиранье не нужно ничего нажимать на правую кнопку мыши, то есть проглатывать не нужно. То есть ты просто берешь кусок, он этот кусок открывает, сразу же проглатывает, даже без нажатия правой кнопки мыши. То есть все продумано до мелочей, до мельчайших деталей. Все, еще одного кусь. У меня уже 11, уже не 10, сейчас побольше уже урон. Да, получается, мои пираньи все-таки налетели, наконец-таки пришли помочь мне. Сколько можно ждать уже вашей помощи? Я с ним расправился, не беспокойтесь. Кусочек мяса дайте мне, парочку даже можно. Нормально, нормально идет. Ну все, проглатываем, просто можно уже. Там кусочки как раз такие, которые я могу спокойно проглотить. 12 уровень, между прочим. То есть пираньи это действительно то существо, которое может здесь хоть что-то показать. Вон, чувачок летит на меня. Иди сюда, куда полетел? Раз уж полетел в мою сторону, все, дело сделано. Будет скушено, как говорится. 2 урона, ну 1,8, это уже действительно хоть что-то. А ты уже не уйдешь, братан.
Видишь, меня по течению фигачит, уносит. Вот это мне, конечно, не нравится. А куски мяса, главное, не уносятся по течению. А почему так? Во, опыт пришел, опыт. Вот, Селман Фиш, давайте-ка на него нападем, если он будет со мной вообще драться. Не, он меня боится. 14 уровень пираньи, ребята, это уже огромное пиранище. Это прям акулище для такого и местности. 2,5 урон, 2,5. Он со мной не сражается, он понимает, что все, конец ему пришел. Он просто пытается убежать. Ну и убежать у него не получается. Посмотри, сколько мяса с него дали. Посмотри, только погляди на это. Это ли не чудо? 15 уровень. На кого можно еще напасть, кто действительно представляет для меня угрозу? Раньше представляли угрозу для этой пирани моей маленькой любое существо, которое здесь есть. Но сейчас я стал больше, я стал сильнее. Я стал круче, и я стал... Я еще не знаю, какое слово еще будем подобрать. Короче, максимально, ребята, я в хороших сейчас условиях нахожусь для того, чтобы можно было выигрывать. Для того, чтобы можно было уничтожать все на своем пути. Ну и что у нас получается? А здесь, в этом месте, это вообще кто-нибудь есть? Потому что раньше здесь были всякие огромные рыбы. Я не знаю, почему сейчас изменили. Вот, вот она, огромная рыба. На нее мы сейчас и нападем, ребят. 16 уровень, сейчас посмотрим, действительно, стоит ли это того. 16 уровень, это действительно сильно или нет? А почему я не могу кусать-то тебе? То я на месте буду кусать тебе. Понимаю, что у тебя много хп. Ой, мне показалось? Ой. Мне не показалось. Не кусайся. Не кусайся, я хорошая рыбка. Я не хочу с тобой драться. Я передумал немножечко, да? Меня сейчас любая рыба убьет, ребят, честно скажу. Мне сейчас стоит верить только в то, что меня не будет никто атаковать. Если эту рыбу съем, в принципе, мне дадут жизни. До свидания, до свидания. Что-то как-то перехотелось там кушать эту рыбу, это мясо. Да, что-то не особо хочется, когда такая огромная фигня тебе в задницу дышит, блин. Нафиг надо. Не трогай мою задницу. Не дыши туда, пожалуйста. Так страшно. Ну все, съедаем эту рыбку маленькую. Для меня уже маленькую, потому что она была огромная. Вы видели сами. То есть сейчас уже размеры действительно чувствуются. То, что я действительно стал огроменной рыбой, которая готова все поглотить на своем пути. Я максимально... опасное существо для этих вот речных мест. Опа, кусь. Я не понимаю, что я кусаю, там же никого не было. 10 урона нанес ничему. Видели этот момент? Так, окей. 17 уровень, ребят, 17 уровень. Это был только что 16, теперь 17. Но у этой вот рыбины огромной, вы видели, сколько урон? 40 урона было. Кого кусаю, непонятно. 40 урона у этой рыбы было. Просто вот так вот назад. Ах ты какая. То есть, может получиться так, что я ее не смогу победить. Но я буду стараться. Что с ним произошло сейчас, я не знаю. Ее как-то колбасит. Кто меня кусает-то? Я не пойму, могу понять, от чего я получаю урон. Неужели у нее какая-то способность у этой рыбы? Ясно. Где я? Так погибла великая пиранья. Ну ничего, сейчас, ребят, дадим ему жару. Был 17-й, сейчас будет 30-й. Как тебе такое, Илон Маск? Если ты меня слышишь, напиши, как тебе такое. Так, а что у нас здесь получается? Мы здесь пройти не можем? Куда идти? Вопрос. Ну, ребят, это уже не пиранья. Это уже прям машина для убийства. Посмотри, какие страшные зубы. Посмотри, какая страшная физиономия у этой пираньи. Просто действительно убийца. Реально убийца. Ну и что, куда мне нужно идти? У меня ощущение, как будто я против течения иду. Ну, вроде бы все нормально. Это просто кажется. Ну все, погнали. Погнали мстить. Плыть еще доплыть мне, на самом деле. До вот этого вот обрыва, до водопада. Ну, мы сейчас доплывем, ребята, и покажем Кузькину мать. Кузькину мать сейчас покажем вот этому вот существу. Будем, ребята, играть, если кто не понимает до сих пор, как это все происходит, как мы играем, каких рыб я выбираю. Буду играть от самых первых вот этих вот рыб. Мы начали с рака, там дальше пиранья и так далее. Будем подниматься все выше и выше. Но, разумеется, ребята, для того, чтобы видео выходили чаще, для того, чтобы я записывал Feed & Grow Fish чаще, вы должны ставить лайки и давать мне понять, что мне играть. То есть от вас зависит, что я буду записывать. Вы можете также написать в комментариях прямо сейчас, что вы хотите увидеть, какую рыбину вы хотите увидеть на моем канале. Может быть, именно ваш комментарий повлияет на меня и сделает так, что я запишу именно то, что вы хотите. Да что это за фигня меня кусила?
Я падать собираюсь, она меня кусает. Ну и где же? Где же эта наша моя милая, дорогая, классная, крутая рыбинка? Здоровенная-то, а? Поймать бы тебя, да блин. Это ушу, ушу, уху сварить бы. Ну где? А вот моя рыба. Ребята, это моя старая пиранька. Эх, никто ее не ест. Слишком здоровая. Даже боятся к мертвому телу подходить. Думают, а вдруг живое? А вдруг как укусит, блин, притворяется же. Где-то, ребят, здесь есть это существо. Жуткое, огромное. Понять бы где. Понять бы где для того, чтобы отомстить. Если мы его не найдем, мстить, разумеется, уже будет некому. Получается так, что ли? Видишь, такими размерами, чем больше у нас рыба, тем сложнее у нас видеть. То есть мы уже буквально ничего не видим на огромном расстоянии. Так это не те рыбы вроде, другие. Ты здесь плаваешь. Я не знаю, ребят, где та самая рыба. Она куда-то ушла, видимо. Как так-то? Раз такое бывает, я пришел мстить. А рыбы нету. А рыбы-то нету. Огроменная же была. Кто ее мог скушать? Кто ее мог куда спрятать? И прятать-то ее некуда, такую огромную. Блин. Ну это прям какой-то этот. Какая-то жесть получается. Видишь, я могу сканировать. Так понимаю, типа я могу мясо так искать? Офигеть. Или только мертвых рыб? Вопрос, конечно, засыпочку. Так, кушаем. Ну, ребят, я не успокоюсь, блин, пока не найду. Хочется налететь да напасть. Отомстить. Этой рыбке-то. А то мы качались, качались, знаешь ли. За пираньку. Показывали мастер-класс. А в итоге нас взяли, съели. А мы даже мстить не будем. Это же даже не укладывается никак в моей голове. Ну и где ты, эй, масенькая? Ну ладно, давай поищем, мы тогда вот сюда куда-нибудь полетим. Поплывем. Может быть, здесь она все-таки? Уже дальше по течению пойдет. Да нет никого вроде. Видишь, скорости все меньше и меньше с каждой рыбкой. Вот она! Наконец-то я тебя нашел! Кусь, кусь, кусь. Ай, кусь, 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 кусь. Кусь, кусь, кусь. Я победил! Офигеть! Ну это сложно, это реально сложно, ребят. Я думаю, что на этой рыбине, которая вот последняя, она действительно одна из самых сильнейших в этом месте, в этих местах. Поэтому, если вы уж думаете, за кого поиграть, за кого точно вы будете выигрывать, именно за эту рыбу вы будете, скорее всего, с вероятностью 100% выигрывать. Потому что пиранья, конечно, пираньями, но нужно 30 уровень. Вам нужен целый 30 уровень для того, чтобы хоть как-то составить конкуренцию вот этой вот огромной рыбе. Если у вас не будет, разумеется, 30 уровня, вы сделать-то ничего и не сможете этой огромной, непонятной речному монстру этому. Реально монстр. С вами был Лекс. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, не забываем подписываться на паблик ВКонтакте, ссылка в описании и в шапке канала. Спасибо за просмотр. Это была игра Feeding Raw Fish. И всем добра.